Hello guys, привет-привет, меня зовут Вика, и в этом видео я собираюсь с вами пройти экзамен, который находится после 11 главы под названием PT Practice Skills Exam. И если вы уже проходили экзамен в 6 главе, то вы уже ознакомились с таким форматом экзамена. То есть, для начала вам нужно установить Java, и рекомендуется, чтобы Bucket Tracer был последней версией. Рекомендации от меня, это, конечно же, ваши конспекты, так как конспекты — это залог успеха. И в этом экзамене мы должны продемонстрировать все наши знания, которые мы обрели за весь первый семестр CCNA. Да, это будет нелегко, но мы с вами справимся, потому что мы же с вами учились. Поэтому начинаем. И, конечно же, take, retake или же resume assessment. И потом вы сохраняете GNLP файл. Сохраняем и открываем его в загрузках. Сейчас у нас появится Java, и мы должны ее запустить, то есть нажать Run. Все, у нас уже загрузился Bucket Tracer, поэтому нажимаем Start Assessment и снова ждем. Ну все, у меня уже все загрузилось, поэтому можем приступать к заданиям. Ставим на топ, чтобы оно не убегало на задний план. В общем-то, сверху у нас находится задание в общих чертах, что нужно сделать. Ну, то есть introduction, вот все, что нужно сделать в общих чертах. Окей, да? Вы это, конечно же, читаете. И снова-таки экзамен только на английском языке. Снизу у нас есть таблицы, даже две их таблицы, таблицы адресации. И, собственно, уже introductions, step 1, step 3, то есть шаг за шагом, что нужно сделать. Поэтому приступаем. И еще заметочка. У меня уже эти таблицы есть в Excel файле. Вот таблица 1 и снизу таблица 2. Еще у меня есть таблица с 2 в степени от 0 до 7, которая находится сверху, вот она, для удобства. То есть, когда мы сейчас будем рассчитывать по сети, она нам будет нужна. Вот, поэтому приступим к заданиям, что нужно сделать. Design an IPv4 editing scheme and complete the editing table based on the following requirements. Окей, поэтому шаг за шагом, что нужно сделать. Пункт A. Subnet the network to provide city host addresses per subnet. Разделить сеть, чтобы можно было использовать в каждой подсети 30 хостов. То есть, можно использовать 30 хостов, но должно их быть 32. Почему? Потому что первый адрес — это адрес сети, а последний адрес — это адрес широковещательной рассылки. Поэтому разделяем на подсети. И как мы можем видеть, первый адрес это у нас 192.168.1.0 с маской подсети 24. То есть нам нужно разделить на 6 подсетей. Но именно на 6 подсетей мы не можем разделить. Мы можем разделить либо на 4, так как это 2 в второй степени, либо на 8, 2 в третьей степени. То есть позаимствовать 3 бита. Лучше взять больше подсетей. Лишние просто мы не будем использовать. Поэтому заимствуем 3 бита. 1, 1. То есть мы заимствуем 3 бита с узловой части. И так как мы видим, что последняя единица в нашей маске подсети находится в пятом разделе, у нас будет шаг 32. Соответственно, еще префикс у нас меняется с 24 на 27, так как мы позаимствовали 3 бита. Вот так маска подсети выглядела с префиксом 24, но снова-таки мы добавляем 3 единицы. Собственно, шаг 32. Первый адрес 192.168.1.0 с маской подсети префикс 27. А следующий уже будет 192.168.1.32. Потому что шаг 32. Соответственно, следующий 32 плюс 32 это 64. Снова 64 плюс 32, 96. Следующий 128. 128. И последний 160. Супер. Седьмой и восьмой подсеть мы не будем разделять, так как они нам просто не нужны. Окей. Следующее задание.
Следующее задание – это assign the fourth subnet to the IT department LAN. То есть назначить четвертую подсеть для IT department LAN. Это у нас switch, поэтому так и запишем. IT department local area network. Окей. Следующее задание. Assign the last network host addresses, the highest in this subnet, to the gigabit 0.0/0 interface on town hall. То есть в этой подсети назначит последний адрес для интерфейса gigabit 0.0/0. Собственно, первый адрес это у нас 96. Это адрес для сети. Последний адрес, который можно использовать, это 127, но 127 это адрес широковещательной рассылки, поэтому у нас можно будет использовать последний адрес 127, то есть 126. Собственно, это и запишем. Собственно, записываем 192.168.1.126. И маска по сети у нас 255, 255, 255, 224. Почему 224? Потому что это 128 плюс 64 плюс 32. То есть первые три бита. Окей, следующее задание. Starting with the first subnet, subnet the network again. So the new subnets will provide 14 host addresses per subnet. То есть уже начиная с пятой подсети, мы снова разделяем на подсети. Так, чтобы в каждой новой подсети можно было использовать 14 хостов. Использовать можно 14, но их должно быть 16. Помним, да? Первый это адрес сети, а последний это широковещательный адрес. Поэтому мы заимствуем еще один бит. Почему? Потому что как раз таки в четвертом разделе мы можем использовать 16 хостов. Собственно, заимствуем один бит. И снова меняем, конечно же, префикс. У нас был 27, но мы позаимствовали еще один бит. Это у нас 28. Поэтому меняем наш адрес. Первый будет 192.168.1.128, но уже префикс 28. Вот. А следующий адрес будет с шагом 16, то есть это 128 плюс 16, 144. Окей, и давайте еще сразу же напишем все subnet mask, то есть маски подсети. С первой по четвертую подсеть у нас будет маска подсети 224, то есть первые три бита. Поэтому давайте так и запишем. 224, 224, 224 и 224. Уже начиная с пятой подсети, как вы помните, мы разделили еще раз на подсети, то есть позаимствовали один бит с узловой части, поэтому это еще плюс 16, то есть 240. 240 и 200, и 240. Супер! Следующее задание. Assign the second of these new 14 host subnets to the administration LAN. То есть с новых подсетей мы вторую подсеть назначаем для Administration LAN, то есть для свитча, для коммутатора под названием Administration LAN, Local Area Network. Супер! Следующее задание. Assign the last network host addresses, the highest in the administration LAN subnet to the gigabit 0.0/1 interface of the town hall router. То есть в этой новой второй подсети administration LAN мы наибольший адрес, который можно использовать, назначаем для интерфейса gigabit 0.0/1. То есть у нас начинается подсеть с 144, а последняя это у нас 159. Которую можно использовать, но 159 это адрес широковещательной рассылки, поэтому который можно использовать это 158. Наверное, запутались, поэтому запишем. 192.168.1.158, то есть последний, наибольший, который можно использовать. Маска подсети здесь будет 240, так как это, помните, новые подсети.
Ошибочка. 240. Супер. Записали. И смотрим на следующее задание. Assign the second to the last address, the second hardest in the subnet to the VLAN 1 interface of the administration switch. То есть снова в этой сети уже второй самый большой адрес назначить для интерфейса VLAN 1. То есть первый самый большой адрес был 158, а второй самый большой будет 157. Поэтому запишем. Запишем вот здесь 192, 168, 1, 157. Ошибочка. Точка. Да, все. Окей. И subnet mask, маска по сети, как вы помните, конечно же, 240, потому что это та же подсеть. Окей, и последнее задание в step 1, в шаге 1. Configure addresses on the host using any of the remaining addressing in their respective subnets. То есть, следующие 4 компьютера, то есть 3 компьютера и TFTP сервер мы должны назначить адреса сами. Так вот, IT Department 1. Как вы помните, это первые 4 подсети, то есть адреса, которые здесь можно использовать, все с маской по сети 224. А вот в этой сети мы можем использовать адреса с маской по сети 240, потому что это у нас administration switch. Собственно, это у нас интерфейс gigabit 0/0, а здесь gigabit 0/0/1. Поэтому возвращаемся в нашу таблицу и записываем. В общем, разбираемся еще раз. Первые 4 подсети. Вот здесь можно использовать адреса, которые свободны для reception hosts. Собственно, давайте запишем. К примеру, адрес будет здесь 192.168.1.97. Это 4-я подсеть, следующий адрес после адреса сети. И снова точка. И здесь в operator host, это снова другой компьютер уже, 192.168.1.98. То есть следующий адрес после reception host. И окей, IT host мы возьмем 6-ю подсеть. Следующий адрес после 144. То есть 192.168.1.145. Точка. И снова 192.168.1.146. И маска под сети здесь будет везде, то есть в operator host и IT host, то есть в IT host и в TFTP сервер будет 240. 240, 240. А в предыдущих маска по сети 224. Я об этом уже вам говорила, поэтому просто запишем. Ну и что еще важно знать, что IPv6 Gateway, это у нас будет FE81. Ну и давайте еще определим IPv4 Default Gateway, то есть сейчас по умолчанию адреса IPv4. В общем, у нас есть два случая, где может быть использован 120, этот сейчас по умолчанию, или же это, то есть это роутер, да, маршрутизатор. Поэтому мы используем сейчас по умолчанию, где у нас subnet mask 240, и здесь 240, поэтому в second floor switch будет у нас IP default gateway, то есть сейчас по умолчанию вот этот. Поэтому просто копируем и вставляем. Снова-таки, здесь еще есть subnet mask 240 и здесь. Поэтому просто снова-таки копируем и вставляем. Вставляем. И еще здесь будет такой же шлюз по умолчанию. Ну, а здесь будет следующий шлюз по умолчанию, то есть это gigabit 0/0/0. Поэтому копируем. И вот в reception host и operator host у нас будет эта маска по сети. Вставляем и вставляем. Все. Супер, мы уже все сделали.
только еще не определили последний адрес, который можно использовать. Ну, так вот, можно использовать 30 хостов, как вы помните, потому что последний это широковещательный адрес. Поэтому 31 это широковещательный адрес, а 30 это у нас будет в этой маске подсети, в этой новой подсети будет 30. Соответственно, следующий, также 63 это широковещательный адрес, а 62 можно использовать. Ну и так будет везде, просто отнимаем 2. То есть здесь будет 94, здесь будет 126, здесь будет 142 и здесь будет 158. Все, мы все сделали. И давайте приступим к step 2, шаг 2, что нужно сделать. Step 2, configure the town hall router, то есть настроить маршрутизатор под названием town hall. И смотрим на пункт, что же нужно сделать. Пункт A, configure the town hall router with all initial configurations that you have learned in the course so far. То есть настроить базовые настройки. И здесь есть то, что относится к этому пункту. Первый подпункт это configure the router host name, то есть настроить имя маршрутизатора, поэтому возвращаемся. И как мы можем видеть, мы не можем просто напрямую зайти в маршрутизатор или же коммутатор. И в курсе, то есть в задании описывалось, что нужно все настраивать через консольный кабель, поэтому этим и займемся. Просто подсоединяем к любому компьютеру. И потом будем настраивать через компьютер. Вот, поэтому заходим в reception host, IP terminal, чтобы зайти в маршрутизатор, и нажимаем ОК. Вот, Enter, и, собственно, называем наш маршрутизатор. Заходим в привилегированный режим и в режим глобальной конфигурации. Настроить маршрутизатор, имя мы можем через команду hostname и просто переписываем название так же, как и в задании. Middle. Hostname middle. Окей, следующее задание. Protect device configuration from unauthorized access with encrypted privilege exec password. То есть настроить, пароль настроить для привилегированного режима. Поэтому это команда enable secret. Secret, и давайте настроим пароль Cisco 1.2.3.4.5. Супер. И давайте сразу же настроим banner mode, то есть настроим сообщение. Authorizate. Я всегда оставляю сообщение authorizate. Authorizate. Personal. Only. Окей, следующее задание. Secure all access lines into the router using methods covered in the course and labs. То есть настроить линии доступа, как было сделано в лабораторных и в предыдущих пакет трейсерах. Поэтому заходим сначала в линию доступа консоль 0. Заходим и настроим пароль password. Cisco 1.2.3.4.5. И, конечно же, не забываем о команде логин, потому что эти две команды работают только вместе. И еще, что я хочу сделать, это, конечно же, exec timeout. То есть, эта команда мы использовали в предыдущих лабораторных и пакет-трейсерах. Эта команда значит режим ожидания. Если вы находитесь в этой линии доступа больше 30 минут и ничего не делаете, то она просто выбрасывает вас с этой линии доступа. Настроили. Окей, все, в этом режиме мы все сделали, поэтому выходим просто. Заходим в следующий, это line VTY. Ставим знак 0, знак вопроса. И это 0.15, как мы можем видеть, поэтому 0.15. Снова-таки password, все, что мы делали до этого, Cisco 1.2.3.4.5. Логин, только вместе работает.
и exact timeout. Exact timeout 30 минут. Все, выходим пока что с этого режима. И что нужно сделать дальше? Require new entered password must have a minimum length of 10 characters. То есть это команда security min length. Чтобы пароль был не менее 10 символов. Security min length. Так вот, это у нас команда security password min length. Password min length 10, то есть новый пароль должен требовать минимум 10 знаков. Окей. Prevent all password from being hid in clear text in device configuration files. То есть это команда service password encryption, которая делает все пароли зашифрованы. То есть их видно как обычный текст. Непонятный обычный текст. Окей. И чтобы сделать еще вход более безопасным, мы будем использовать команду login block for. Login block for 10. Сейчас объясню, что же она значит, хотя я надеюсь, что вы знаете. В общем, она блокирует вход, если на протяжении 30 секунд вы сделали две неудачные попытки. Вот. Эту команду мы использовали в предыдущих лабораториях, поэтому мы и сейчас используем. Окей, следующее задание. Configure the router only, except in bad management connection or the protocol that is more secure than Telnet. То есть настроить не Telnet, а что-то более секретное, это SSH, как мы помним. И настроить SSH мы можем, используя 4 шага. Первый шаг это у нас назначит IP доменное имя. Поэтому настроим IP domain name. Это команда IP domain name. И мы можем, к примеру, написать netacad.com. Окей, следующий шаг это создать односторонние секретные ключи с размером 1024 бита, как вы видите в задании. Собственно, это у нас команда crypto key generate RSA. И сейчас у нас будет спрашивать размер, мы указываем 1024. Вот. Все. Теперь следующее задание это создать username. Поэтому username. И в задании у нас есть configure local user authorization for in-band management connection, create a user with the name netadmin. То есть название username это netadmin. Прописываем все точно, как и в задании. Netadmin. Конечно же, нужно назначить привилегию, и привилегия у нас будет 15. И еще теперь нужно пароль, secret, и пароль у нас password of Cisco CCNA 5. Снова-таки приписываем очень внимательно, слово в слово, букву в букву. CCNA 5. Все. И последний шаг, это у нас разрешить использование входящих сеансов. Это у нас две команды, которые мы должны прописать в линии доступа VTI. Поэтому заходим в режим, в линию доступа VTI и настраиваем команду login local. И не забываем еще о команде transport input SSH. Input SSH. Чик. Все. Это все по SSH. Мы его настроили, поэтому нам остается только выйти с этого режима.
Окей, еще что мы должны сделать? Уже пункт B. Configure the 2 gigabit Ethernet interface using the IPv4 addressing values you calculate and the IPv6 values provided in the addressing table. То есть нужно назначить у нас интерфейсы gigabit Ethernet 0/0. Начнем с этого интерфейса и нужно назначить IP-адреса как IPv4, так и IPv6. Что нам нужно? Нам нужна таблица, которую мы уже сделали. Поэтому нам то, что только что остается, просто переписать. Скопировать мы, к сожалению, не можем. То есть скопировать мы можем, но вставить нет. Поэтому что мы делаем? Мы просто переписываем все значения. IP-адрес 192.168.1.126 и не забываем о subnet mask, то есть 255.255.255.224. Окей, теперь IPv6 адрес. IPv6 адрес нужно очень внимательно переписывать, вот поэтому этим и займемся. 20.01.db 8, 2, ACAD, 2, A, 2, 1, 64. Окей, настроили. И теперь еще нужно IPv6 адрес link-local. Это у нас FE 80, 2, 1, 1 и link-local. Супер. Супер. И еще в интерфейсе. Посмотрим, что нужно сделать еще в этом интерфейсе. Собственно, reconfigure the link local addresses to the value shown in the table. Это мы сделали. И document the interfaces in the configuration file. То есть, это команда description. Сделать какое-то description, в общем-то. В общем, напишем, к примеру, напишем, какие у нас есть свечи. Это у нас IP Department LAN. Так, sorry. Пишем description IT Department LAN. Local Area Network. И все, выходим с этого интерфейса и заходим в следующий интерфейс. Это у нас Gigabit Ethernet 0/1. И снова-таки настраиваем IP-адрес. Заходим в нашу таблицу адресации и посмотрим, какой здесь адрес. Это у нас 192.168.1.158. Поэтому так и запишем IP-адрес 192.168.1.158 с маской под сети. Так, ошибочка. 192.168.1.158. Subnet mask 255.255.255.240. Очень внимательно написали. Теперь IPv6 адрес. IPv6 адрес это у нас 20.01 двоеточие DB 8 двоеточие ACAD двоеточие B двоеточие двоеточие 1.64. Все. И теперь еще IPv6 адрес link local. В предыдущем IPv6 адрес был 2 ошибочка, там должно было 20.01 быть, поэтому возьмите на заметочку. И мы еще не настроили IPv6 адрес link local. Это у нас FE 80.2.2.1.1. Link local. И еще что нам нужно сделать, это, конечно, description.
description, IT, так, administration, к примеру, administration, local area network. Все. Выходим с этого интерфейса и настраиваем теперь IPv6 Unicast Routing, то есть включим режим маршрутизации IPv6 Unicast Routing. Окей, все, мы это сделали. И теперь еще не забываем сохранить все, поэтому делаем do write, или же в привилегированном режиме это просто write. Окей. Посмотрим следующее задание. Step 3. Configure the administration switch. Настроить коммутатор под названием administration switch. Поэтому мы снова такие консольный кавер присоединяем. И заходим теперь в IT-host. Terminal. Окей. И настраиваем базовые конфигурации. То есть enable, потом заходим в режим configure terminal и настраиваем enable secret. Пароль Cisco 1, 2, 3, 4, 5. Теперь настраиваем banner mode. Вот. Authorize access only. Или же personal. Окей, сделали. Теперь не забываем о команде service password encryption. И теперь настроим линии доступа line console 0. Настраиваем пароли password Cisco 1, 2, 3, 4, 5, логин, не забываем. И теперь еще exact timeout. Окей, пока что выходим. И теперь заходим в следующую линию доступа, это, конечно же, line VTY. Password. Cisco 1, 2, 3, 4, 5 и логин, только работают вместе. Окей, и exact timeout, режим ожидания 30 минут. Все, вышли. И настраиваем теперь interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Заходим в интерфейс, и нам теперь нужна еще таблица адресов. Чтобы посмотреть. Так, я уже забыла, что нам нужно посмотреть. Нам нужно VLAN 1 адрес. Окей, вспомнила. VLAN 1 у нас есть адрес. Копируем. Так, мы зашли в маршрутизатор, поэтому заходим в коммутатор. Так, настраиваем IP-адрес. IP-адрес. Paste. Не забываем о subnet mask, то есть маске под стен. Мы знаем, что это 240. Окей. Настраивали. И, конечно же, no shutdown command. Кстати, мы, не помню, включали ли интерфейсы на маршрутизаторе, поэтому вернемся сейчас и туда. No shutdown. Окей, включили. И что еще сделаем? Конечно же, выходим с этой линии доступа. И, конечно же, что нам еще нужно сделать, это IP default gateway. Нам теперь нужно снова зайти в таблицу адресации. И IP Default Gateway мы видим, что это 192.168.1.158. Поэтому просто копируем и вставляем. Все,
Теперь просто сохраняем, выходим с Configure Terminal и в привилегированном режиме просто пишем write, без do write. Окей, все, пока что здесь все. И снова-таки, как я уже сказала, что мы не включили интерфейсы, поэтому заходим снова в терминал и заходим в каждый из интерфейсов. Gigabit 0/0 и no shutdown. No. Да, это очень важно. Если вы что-то вспоминаете, сразу же возвращайтесь и делайте то, что вспомнили. Потому что много очень заданий, и вы можете запутаться. Окей, заходим теперь в интерфейс Gigabit Ethernet 0/1 и включаем интерфейс. No shutdown. Окей. Снова пишем write. То есть выходим с линии доступа и пишем do write. Окей, посмотрим, что нужно сделать дальше. Configure and verify host addressing. То есть просто заходить в каждый компьютер и настраивать адресы. Use the IPv4 addressing from step 1 and the IPv4 addressing value provided in the addressing table to configure all hosts. То есть заходить, то есть нам нужна снова-таки наша таблица, чтобы просто копировать и вставлять. Снова-таки заходим в Reception Host и заходим в IP Configuration. Теперь нам нужна наша таблица адресации. Мы видим Reception Host. И что-то здесь не так. Ну да ладно, мы не там записали. Просто копируем и вставляем. Ctrl-V. Поставим на топ, чтобы не убегало. Окей. Subnet mask у нас здесь 224. Записываем. Сохраняем. Default Gateway. Default Gateway у нас тоже есть, поэтому просто копируем и вставляем. Копировать. Paste. IPv6 адрес. Это у нас вот этот. Копируем, вставляем и не забываем, что нужно указать префикс 64. И IPv6 default gateway, это у нас FE80.2.1. Все, здесь все. Заходим. Ну все, мы уже настроили reception host, теперь нам остается operator host, назначить все адреса, поэтому снова его копируем, копируем и вставляем. Ctrl-V. Ставим на топ. И mask capacity здесь 224, как я уже и сказала. Default gateway это у нас известный. Такой же, как и в предыдущем, поэтому просто копируем и вставляем. Вставляем. И теперь вставляем IPv6 адрес. Не забываем о 64-х. И IPv6 default gateway это в E80.2.1. Следующее. Следующее это у нас IT host, IP configuration и таблица. Таблица, поэтому просто копируем и вставляем. Копировать. Копировать и вставить. Следующее вставляем это subnet mask, маска под сети. И default gateway. Default gateway у нас тоже известный, поэтому просто копируем и вставляем. Вот почему очень важно сразу запомнить таблицу адресации, чтобы step 4, шаг 4 сделать очень легко и очень быстро. Окей, и IPv6 теперь копируем.
скопировать и просто вставить. Теперь IPv6 Default Gateway – это IPv8.2.1. Окей, смотрим на следующее задание. То есть настраиваем следующий TFTP сервер, заходим в Desktop, IP Configuration и таблицу адресации. Ставим на топ, перемещаем, копируем. Копируем, вставляем. Маска по сети у нас 240. То есть делаем все то же самое. Default Gateway. И IPv6. Последнее, что нужно сделать. Копировать. И вставить. IPv6 Default Gateway FE. 82.2.1. А, и, конечно же, не забываем о 64. И сразу посмотрим. Здесь мы все... Ну да, как я уже сказала, мы здесь забыли 64, поэтому снова копируем для IT-хост. Для IT-хост и вставляем. Не забываем о 64, потому что я была забыла... И все. Проверим на всякий случай предыдущие. Здесь все сохранилось. И в reception host все сохранилось. Но здесь IPv6 не сохранилось. FE80.2.1. Все. Задание. Link local мы заполнили. И... Последнее задание – complete the configuration of the TFTP server using the IPv4. То есть все сделать, но теперь еще нужно сделать резервное копирование. Поэтому снова заходим в роутер, то есть наш маршрутизатор. Заходим и пишем copy. Это нужно делать в привилегированном режиме, поэтому выходим с режима конфигурации и просто пишем copy. Running config TFTP. И теперь нужно адрес указать. То есть мы заходим в наш режим, нашу таблицу и смотрим на адрес. Копируем. Копируем. Кстати, да, копировать и вставлять можно. И paste. Все. Оно копируется. И мы сделали все. Теперь мы можем только submit наш assessment. Поэтому нажимаем и ждем на результаты. Ну все, я очень рада, потому что у меня 100%. Я сделала все правильно. Надеюсь, вы тоже. Поэтому я надеюсь, что вам понравился первый семестр CCNA, и вы продолжите обучать, то есть пойдете на второй семестр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, и всего вам самого лучшего, до встречи, пока-пока!